Руководство Видновской клинической больницы прикладывает немало усилий, чтобы услугами узкопрофильных специалистов смогли воспользоваться как можно больше жителей муниципалитета. Для этого организованы мобильные бригады врачей, которые осуществляют прием в отдаленных амбулаториях. Жители трех территорий Ленинского городского округа в последних числах марта смогут воспользоваться услугами врачей Видновской клинической больницы. 26 марта узкопрофильные специалисты посетили Володарскую врачебную амбулаторию, где взрослые пациенты смогли пройти квалифицированный осмотр. 27 марта мобильная бригада организует обследование детей на базе образовательного центра «Старт» в жилом комплексе «Пригород Лесное». А 28 марта медики приедут во врачебную амбулаторию поселка Горки-Ленинские, чтобы встретиться со взрослыми жителями. Мобильные бригады специалистов будут принимать пациентов с 9 до 13 часов. Запись на прием возможна через портал госуслуг или в регистратуре амбулатории.